Здравствуйте, мои хорошие. Борьба за жизнь малышей продолжается. И я благодарю всех, кто уже отозвался. И очень надеюсь, что отзовутся еще люди. Друзья, у нас продолжается обращение к вам за помощью. Мы продолжаем акцию «100 рублей для маленьких детей». Для спасения маленьких детей. Прошу вас, друзья, ваши 100 рублей спасут им жизнь. Сегодня третий день, ребята, как мы капаем новый помет. У первого помета была глистная инвазия. У этих малышей просто кровавый понос идет. Но, что удивительно, вот этого энтеритного запаха нет. Поэтому сейчас пока гадаем, то ли глисты так сильно их разъели. Мои хорошие, 100 рублей для спасения маленьких детей. Что, красотуля моя, наша девочка. Наша красивая девочка, да. Что ты, мой золотой? Не-не-не, убегать не надо. Да? А, малыш? Ты красавица моя, мамина девочка такая. Друзья, сегодня третий день, как наши малыши на капельнице. Второй помет, пятеро. Слава богу, все живы, но состояние тяжелое. Состояние, ребята, тяжелое. И мы ждем от вас помощь, ребята. Очень-очень ждем. 100 рублей для маленьких детей. Пожалуйста. Все, ребята. Еще один. Да, еще один и еще девочка. Все, еще двое. Ничего. Все хорошо. У некоторых очень лапки туго-туго идут. Катетеры забиваются, но менять пока не буду. Просто времени больше тратится. Катетеры еле-еле капают. Трем малышам меняю катетеры, потому что они у них забились. Сейчас будем менять. Одному уже поменяла, прокапала. Сейчас еще двоим поменяю катетеры, и все будет хорошо. Эта малышка уже идет на поправку. Все, сегодня я с нее сняла катетер. Вот эта кроха тоже. Эта тоже уже сняла катетер, поправилась. А вот эти еще тяжелые. Кое-кто из малышей начинает пить. Друзья, благодаря вам. Благодаря вам они еще живы. Я прошу вас. Давайте спасем. Это просто дети. Я прошу вас, мои хорошие. Мы покупаем лекарства понемногу. Купили метрогел. А вот рингер. Вчера было 10. Уже осталось вот только 2. Ребят, витам вчера. Ребят, простите за этот хаос, но за эти дни я очень-очень жутко устала. Спасибо за то, что вы с нами. Огромное всем вам спасибо. Миленький мой. Да мое ты солнышко. Крохотуля, Иса. Капец моей шляпе, да? Ну ладно. Ребенок играет, это самое главное. Друзья, хорошие мои, день стольника продолжается. 100 рублей для малышей. Кто-то капается, а кто-то, ребята, для вас добрая весть. Начал кушать. Это все не зря, ребята, все не зря. И ваша помощь, она... Очень, она огромна, она, понимаете, благодарности слов просто не хватает. Я всем сердцем вас благодарю за это. Всем, друзья, миленькие мои, хорошие, сегодня добрая весть. Смотрите, наша в крапинку, малышка с разноглазая, начала кушать. Да, красота? Да ты мое солнышко, она еще скелетик, но, ребята, она начала кушать. Это самое главное. Да ты мое солнышко. Друзья, день стольника продлится, пока наши малыши не поправятся. А это еще минимум пару дней.
Я прошу вас, поддержите нас. Поддержите, потому что лекарства улетают с бешеной скоростью, а малыши поправляются гораздо меньше. Я прошу вашей поддержки, друзья. 100 рублей для маленьких детей. Прошу вас, мои хорошие, и благодарю вас. Добро. Ну что ты, малыш? Ну давай, поправляйся уже. Поправляйся, мое солнышко. Поправляйся, мой золотой. Я тебя прокапала, ну. Поправляйся, миленький. Бедный ребенок. Ребята, на сегодня закончили очень хорошо. Да. А знаете, какие у нас имена красивые? Вот, это князь, это барон. Этот у нас хан, тот султан. А девочка у нас король. Князь, барон, султан, король. Будем петь? У малышки 4 ноги, позади у нее куцый хвост. Но ты трогать ее не моги, за ее малый рост, да? Спели? Маленький мой, родной мой, хороший мой.